Одно время лекарства им придавили бактерии. И грибки. Грибки-то их не придавили. Не придавили, это же нормально. Нет, грибки-то вообще радость. Мы к ним еще... Вернемся? Да, и не потом будет. И потом вылез, когда придавили бактерии, вылезли вирус гриппа. И он тогда бушевал долгое время. А вот второй год подряд вирус гриппа не вылез. А вместо него вылез коронавирус. Угу. И вот этот коронавирус начал, занял свободное место и начал долбить всех. А это долбит он как? Нормальное течение болезни у коронавируса около месяца. Около месяца, и он импульсами идет. Повышение температуры, понижение, повышение, понижение. Ну, у кого через сутки, у кого через неделю, по-разному. Угу. Это как раз четко рассказывала там такая. Ты тетку слышал? Да, и тетку слушал, и тетку, и еще одного мужика слушал я. Ну, я тетку послушал раз, говорит, а вот через неделю только бах температура, потом нормально. Бах температура, и там через неделю умирает, а потом нормально. И я про герпес у нее послушал. Герпес всех жрет, да? Он вирус гораздо сильнее коронавируса. И, короче, он вышибает этого коронавируса. Я приболел, потом на губах высыпал и прошло у меня. Такая хрень, как мои сейчас в Анапе, через два дня приезжают, заболела там, Ольга, заболела крепко, там прям хана. Потом вирус, герпес высыпал, в носу выбился, и прошла болячка. И прошла болячка, герпес всех вынул. Да, сказала, моя территория, дети. Пошли в жопу. Ой, как у них есть герпес. Удачно его это самое. Я чувствую герпес, когда начинаем банки ставить на спине, он у меня четко под банками выбивается. Да. Вот на спине, вот, вот в середине спины обязательно герпес появляется. Так, ну что? Ой, ну, за это время, пока мы не занимались, набрал почти 6 килограмм. А я 7 сбросил, охеренеть. Вот так вот. Ага, все мясо. Вот так вот разница. На это, наработанное. Я ж туда... Наработал. Ну, болячки туда сбросил сильно. Так, эти цепляем большие. Да, сразу с 360 начинаем. Да. Все, к херам собачьим улетели. Ну я вернул все. Сейчас. У меня было до 94 упало, а сейчас 99 100. Хоп. Короче, хрен его угадаешь. Такое дело, да. А я сюда еще ж вот это ж подкачивался, это же. Три с лишним недели. Не подкачиваешься, видать, мяса не надо. Давай. Полетел, улетел, херам собачь. Так. Ну что, потихонечку будем готовиться. Да. Да, так мы с тобой хорошо дали в тот раз. Я был готов продолжить потом и не сложилось. В тот раз. Да надо было бросить все, да ехать и это. Ну, одному как ты не знаю. Одному неинтересно. Ну, по крайней мере. Вдвоем хотя бы еще как-то хорошо. Видишь, я больше сам занимаюсь. Я понимаю. Ну ты же дома занимаешься. Вроде как. Ну что, немножко походим на стоимость. Как ты где ты сразу же? Да и что там строится? Я вроде как это на начало готов. Я. Ну давай, я. Мысленно созрею и начну. Давай, давай. Я, так сказать, восстанавливаюсь, скопнуть. Не, ну сначала это, надо Понесить. Сначала первую фразу, а то ж как-то я забыл. Ага. Сегодня у нас какое? 20-е, да? 20-е, да? 20-е, так, ладно, выполнить свою программу. Прогнать энергетику по... Так, я повисел. Повисел. Ну, хорошо. Первый подход. И с первого раза прям сразу попал в состояние. Прям с первого раза. Угу. Я думал, сначала ничего не будет, а оно сразу раз и есть. Ну, я вот заметил, наработалось у нас тут. Мы наработали эти все эти вещи. В какой-то степени наработали.
И уже. И уже это дает свои плоды. Чисто. Как самочувствие? Нормально. И вот, пожалуй, через сколько пойдем? Ну, я 400. Ну, давай. То есть 40. 40? 40 это 400. Два небольших, да? Да. 160, и мы как раз десятки добавим. У нас получается это. Так, ну я сейчас... Серьезнее готовится. Это легче пошло, чем пиво. Значит, не зря в состоянии с первого раза вошел. У вас легче пошло. Ничего, не тормозит. Вообще, по-моему, чисто красиво. Все, да? Так. Я ничего не услышал никаких пока. Угу. Большие, да? Ну давай большие. 48. Часы сними, больше подымешь. Хорошо. Я про них забыл, сейчас сниму. Вроде такая штука была, ну часы, что там? Так отымает энергию. Еще один мужик там тоже голосовал. Начал приводить статистику. От сердечно-сосудистых около 30% смертность всего населения. От онкологических еще 20%. От инсульта еще 15%. Говорит, на воспаление легких, на все воспаления от легких приходится 1%. Из них только 1% приходится на коронавирус. Итого коронавирус составляет 0,01% от всех смертей. А раздули его так, как вроде это что-то. Что-то они там делают. Что-то они неспроста дуют. Политика? Да, что-то им надо. Я так сказать, наметил. Ну, после болячки сильно переживаться нельзя. Да, я так наметил. Тем более еще со сброшенным весом. Я в тот раз 420 делал, сейчас 440.
Не будем гнать лошадей. Готово. Не будем. Вот ты сам занимался, да? Да. Понятно. Так, с минимума потом прибавил чуточек этот. Даже однократного попадания в это состояние, это уже хорошо. Уже на любом весе, на каком бы ни попал. Да. Опять не заметил, как это заднее вот это на руке напряглось, так аж свело. Непонятно почему. Да, давай. Толком хрен его знает. Ну что? Еще раз. Добавим. Большую, да? На подготовке попытался набраться энергии два раза одинаково, не полностью, чуть-чуть пришло и все. И откуда-то снизу бывает, прямо аж потоком идет, а это вот чуть-чуть и все. Немножко не дотянулся, неправильно лег. А сейчас нормально пошло. Еще? Сейчас небольшой перерывчик, минутку. Походи. Ну, походи, походи. Нет, я просто говорю, еще? Еще. В смысле, можно подвесить, а потом ты это. Еще. Подвесить еще десяточку, да? То есть 540, 520. 560 на самом деле. Подкладочки. Помогать? Нет. Вот это под ноги, чтобы не давило. Нет, а вот это ремешки. Вот это хитрая штука такая. Вот так попалась. И начинаешь поднимать. Без предела. Сейчас я покажу мне прикладе видео. Не видео, а картинку. Первый раз я меня чуть пробило. Вот он. И самое интересное, вот я там сам занимаюсь, это. Вот в этом упражнении как-то трудно, вот это, чтобы потом пробило, еще что-то там такое. Потом по мере нарастания. Потом по мере, да, но вот сейчас ничего, сейчас вот я прошелся чуть, и меня пробило. То ли медленно надо действительно нам начинать, вот так вот не спеша, там по 40, там ларочков надбрасывать, набрасывать, чтобы она вошла именно в этот мотор. Как бы сказать, мы не разгоряченные, не подготовлены никак. Не можем настроиться на первое, потом. Это пойдет. Только дальше в стяге начинает херячь. Так. Давай под кладушки. Получилось сейчас? У нас это получилось 560, так что можно еще. Добавляем еще 20. Вот это то, к чему идти надо. Ну да, вот это и 5. Блин, ну это 600. Ага. Ты сколько? Минуточку походил, было нормально. Сейчас энергия не шла снизу, а я ее руками нагнал, и она пришла. Угу. И пошло. Давай, так иногда надо так подталкивать. Различные. Как раз когда руки делают такое движение, да, как-то начинает слушаться. Вот у меня такое представление,
что на ногах как вроде какие-то пружины. И от раз, и они как наполнились чем-то, пружины эти. И меня туда раз и выстреливались. А один раз, когда были тоже такое ощущение, только не как пружины, а ноги пристались в виде амортизаторов, и как вроде набрались этой жидкости. Ну вот такие-то, как приходят вот такие ассоциации, оно туда легко выстреливает. Прошло, прям все хорошо пошло. И что? Может, нет, давай еще 40. Оно, в принципе, пошло сейчас. 620 мне уже было, а 640 не было. Я уже доволен сегодня. Самое интересное, вот я со стороны наблюдаю, там где-то вот что-то 500 с чем-то там было. Как-то тяжеловато, не полное движение. А это сейчас только опа, полное движение. Легко, то есть набрался видно мышки, да. Подзарядился, набрался, перешел на новый уровень и давит. Мне 360 тяжелее далось, чем 600. А без настроя же, да? 340 мне тело, да. Не, ну все равно я в состояние сразу попал в первое упражнение. Ага. А это состояние мне уже нравится, когда я в него попадаю. Так и надо, сам думал, говорится, наша задача поднимать с радостью, радость испытывать. А, поднял, не поднял, пробовать. Вот оно, это состояние, как в него пошел, сразу ах, их аж захватывает немного внутри. Хорошо, высоко. Прям хорошо. Сначала вроде туго пошло, потом раз, я почувствовал, что пошло. Как бы уже я доволен. Ну что, 700 попробуешь с этой? Я попробую. Сейчас 640. Я попробую 660. 60. Давай 700, чтоб охренеть. Совсем. Сейчас 640. Давай 680. 40 так же и пойдем. Рекорд уже побит. Я так, уже... раз, два, три, четыре, 160. Так. Сейчас накачаемся энергией и попробуем дальше. Настроился и ножки выпрямляешь, и все. Давай 700. Прямо так. Менчуйся, ё-моё. Давай. Тут 80 пошло. Ты ещё как пошёл? Тут смотришь эти видосы? Я же так выставляю. Да, по-разному. Бывает легко, бывает еле-еле. Это один из самых легких подъемов. Сейчас энергия пришла не в ноги, а все тело целиком. Видишь, какая разница. Вот где-то бы остановился и все. А тут немножко посмелее. 700 килограмм тренажер наш.
херячит без всяких. Держит, шайки. Держит. Пройдена эта цифра. И мы теперь надо с 500 начинать только заниматься. А вот если с 500 начнем, ни хрена не подумаем. Такое запросто может быть. Я не ожидал. Ваша настойчивость привела к результатам. Нормально, нормально. Видишь, появилась там радость. То есть это да. Вот именно что энергетика возросла очень хорошо. Вот, так сказать. Творчестве. Ну, да. Да. Все. Не 120, пускай там 130. Так что 700. Прямо я прямо доволен. На последнем упражнении мне энергия пришла уже в голову. Видишь, как у меня ноги. Да, ноги, потом тело, потом голову, и пришла уже какая-то энергия, какая-то мельтешами белая прям пришла. О, то есть... Ощущения так, прям интересные. 2,5 это как раз 10, да? Ну да. Это 130. Вот, видишь, как она по-разному. Что-то мне аж в голову ударило от тебя. Ну, видно, выброс пошел. Я же самодумал, говорит, напротив, не становитесь. Угу, нет, я вот тут. Стоял тут так раз. Значит, там. Завтра, послезавтра, ну, я там выложу. Посмотришь, как. Да. Как 700 килограмм у тебя. Как бы 700 уже, это интересно. Самому интересно. Тут же с достижением веса какие-то открываются возможности. Посмотришь, что там, как там. В общем, 360, потом только раз, 400. Да, точно. Занятная штука, занятная. Пошло. 130 пошло. После 130 сколько будешь? Ну, 150, наверное, так. Ну, давай со 150 я начну. Почувствовал, что я руки забил на прошлом упражнении ногами. Ну, сейчас они отойдут даже. Отойдут. Я месяц наедал килограммы, надо им дать выплеск. Хорошо, там же на пятках эти все эти каналы и переключения с одних на другие. Это очень хорошо. То есть что-то сработало. Энергетически пробило вот этот круг. Это очень-очень хорошая вещь. То есть мы сейчас, занимаясь авитационной гимнастикой, мы открываем
себя самому себе, свои возможности, что мы можем, что как. Удивительная вещь, вот как-то я многими вещами занимался, но вот что-то такого не было. Что-то такого не было. Нет, 150 я еще потяну сам. Нет, я ничего не делал, я просто... Дацис контрол. Чистая победа. Я сам почувствовал. Раз. Самое легко. Я на 240 тогда остановился. На 240 остановился, а на 200 там 240. 70. 240. 240 что-то там попуталось у меня. По-моему, что 270. Не, я не помню. По-моему, у меня что-то 240 в голове. Ну, сейчас. Не-не-не-не-не. Ты радовался, что 270 даванул. Точно, говоришь. Точно. И говоришь, ё-моё, если бы что сказал, да я бы не поверил. Сейчас мы попробуем. 250, потом... Тогда давай не 250, а 260. Не спеши. А так вот заметно, что я сдал? Нет, да? Внешне незаметно. То есть 7 килограмм ни хрена, ничего. На лице, чуть-чуть на лице отразилось, а так по телу не видно. А так руки, ну ё-моё, всё, что накачано было, как-то... Ну вот я тебе, у меня было туда 102-103, потом до 94 я ушел. А сейчас я доставил, ну 99-100 сейчас опять. Я тогда сильно почувствовал разницу в весе. Незаметно пошел. До сегодня все. Чистая победа.
Чистая победа. И я сейчас 180 сделал напоследок. Я на 700 не так загрузился, как на 280. Все упражнения разные. Ну да. По-разному. Еще разок. Отлично. Там в тех двух можно попасть килл по 10. Честно, я не ожидал, что 600 потяну, тут 700 вышло. Да, очень важно вот в уме как-то это. Да, это себе преграды не ставит. Это вот так. Да. Вроде как. Пробиваем. Как тебе? На одну? На одну ниже. Сейчас попробую так вот по два раза. Пробивай. Чтобы туда вот она как-то, знаешь, она энергия. С первого раза не совсем понимает, куда мне. А со второго раза она уже, знаешь, фу, туда, куда надо. О! Зик, зик. Отлично. А пошло прям, прям. Пошло, да. Не будем горячиться, да, так и пойдем через сороконочку. Да. О, испаринка появилась. Это хороший принцип. Наконец-таки. Собрался было придавить, а на раз и пошло само. Пошло само. Еще разок. Отлично. И как-то костяк привык, а раньше это тут и все как-то там что-то тут-то-то-то занятие. Да, что-то он выстраивается. Ничего, особенно позвоночник, я вообще хренею. Такие веса, а ничего не болит. Чем мое? Вот оно лечение. Добрый час. Коленки немножечко побаливали от упражнений, как бы с этого. Раз, у меня через 2-3 все это проходило. Коленки, ничего. И болел вот раньше, если там грипп или еще что-то там, такая температура, там поясницу ломит, или еще. Никаких ломота. Дрыстал, и температура вот стояла вверху. Не знала, куда деться. Парацетамол, анальгин, который пот дают. Сразу легче стало, только раз потом все это вышло. Ну да. Но у меня, я цитрамон выпил, чтобы голова не болела. Мне раз и полегчало. Во, блин. А он же тоже там на парацетамоле висит, цитрамон. Ладно, соберись. Уже хорошо так это испарено все тело. Вот оно подготовилось. Это хорошо. Смотри, тихо, пошла. Взбудоражено, мне сейчас прет со всех щелей. Хорошо. Ох, хорошо. Хорошо.
Впрочем, как бы без особого фанатизма, но регулярно. Хорош. Так, 520. Бывает закостенение вот здесь вот бывает. Щелкни хруст, начался, все расслабилось, все ровно стало. И особенно вот это, когда штанга вот здесь вот, то есть ногами ты ее, штанга на плечах, она там тоже это разламывает эту всю херню. На верхушку вот здесь вот растягивает. Да, все. И вот эта вот тяга, она тоже вот, вот там натягивается эти. Хреновина. Шестьсот. На поясе должно быть столько, если не больше. Ну тут 600 начну готовиться. Тоже я просто подходил, а теперь сейчас надо будет добираться. Я к тебе подойду на 640 уже. Без накачки энергии пошло тяжелее, почти прилегли, чем 600 с добавлением энергии пошло легче. Вот как это объяснить? И говорят, что нет ее. Как нет? Если вот она. Если вот-вот, я прямо тут чувствую. Ну что, 700? Да. Чистая победа. Опять на последнем подходе я выпросил, у меня наполнено всего. Я выпросил, у меня всего наполнено, и там пошло. Хоть и с трудом, но пошло. Возможно, там она начинает уже новое. Немножко подклинивание. Затирание, подклинивание. Потому как веса уже как бы. Хорошо, что я вот это два болта еще там вставил, чтобы это. Если бы ты это не сделал, до этих весов мы просто не дошли бы. Оно бы заклинило. Ну, может быть, может быть. Ничего. Так, ну и заминочку. Да. После 700 оно как это, как что-то такое легкое. Мне после трех упражнений размягчились позвоночники, все связки, все суставы размягчились. Слушай, а вот это эффект или феномен можно назвать, получение дополнительной энергии. Не хватает энергии. Может быть, да. И вот это все становится костенеет. Костенеет, да. А тут нам надо вот эту как раз.
электромагнитную ощущение, энергию. Как я стал этот, как пластилиновый. Оно наполнилось все. И только раз стало более гибким, более таким, а это вот ни хрена не занимается, все наоборот сжалось, все усохло. Так скоро мы начнем вот эти веса поднимать, как эти. Там они там 500, там 450. Эти чемпионы там тянут. И у них тоже не такие уж большие амплитуды получаются. Прицелились и... Аж взлетело. Есть. Вот в чем интересное дело, что от отсутствия энергии у нас происходят вот эти все клеточные структуры, они теряют свои свойства. То есть они не могут воду держать, они не могут многие вещи делать. Бабах! Человек есть как-то свои особенности, где он чувствует, что может вот приложиться. Один в одном упражнении, другой в другом упражнении. Я в последнем упражнении никак не могу приложиться. Вот тут у меня хоть оно... Не спеши, потихоньку. 110, потихоньку. И это мне уже как бы... Потихоньку. Я после первых раз, когда у меня позвоночник заболел, заклинило, я вообще не хотел его делать. Потом потихонечку с малым весом, не спеша. Оказывается, это очень полезное упражнение для позвоночника, только вот, спешить не надо. Плечаки, да. Размяли. 320 это серьезно. Я 300 попробую. Хорошо пробивает? Прям пробило все. Я сейчас в полном пределе был. Пробило все. Так, тут 300? Мне хватит. Отлично, я 340 хорошо беру. Ты 300 не делал. Я сегодня по всем упражнениям рос. Да, хорошо, только раз пройтись по всем упражнениям, прибавить. И ждать трансформации организма дальнейшей. Первое. Два дня идет эффект такой, все бурлит, все кипит первые два дня. Дальше по-разному. Поспокойнее, да? Да. Чем больше вес поднимаешь, тем больше энергии прибывает. И так аж как-то ты тузеешь. Ну, я сейчас стоял перед 300. Думаю, ну... И весь, со всех сторон меня поперло, со всех сторон, ни откуда, ни из земли, ни... И пришло и... Так, без фанатизма. Чё-то
оно тут это ограничительное еще туда дальше. Взят вес. Чистая победа. Серьезно. 340 это очень серьезно. Тогда 400 ему вообще хрен. Ну давай, блядь, снимай эти 4, да, вот эти. Сколько тут остается у нас? Это 260. Так будет, на. 220. Будет отлично. Мне главное как-то не вот там, а вот здесь вот, чтобы все укреплено было, чтобы оттуда не вылезло. А вот до этого хорошо, я так чувствую. Ух, как оно укрепилось. А потом начал заниматься. Так. Становись ровнее, вот почувствуй, что ты стоишь ровно. Подожди, еще разок сделай, чтобы ты как-то ровненько стоишь. Потому что куда-то уходит. Вот я поставлю, сейчас не отсюда будем снимать, чтобы ты увидел, потому что одно дело говорят, а только раз, сам его увидел, куда чего заваливает. Так. Так, было 180. Добавим просто большое. А, было 200, да? Это у нас 220. Это пускай будет также 240. 240. Каждое упражнение по-своему пробивать. Абсолютно. Вот меня бросил. Что я заметил, спот бросает не в момент упражнения, а чуть-чуть позже. Проходит какое-то время, раз и пробивает. Так же 10. Я сейчас сделаю 20. Да. И я выложу, обязательно посмотри, как ты становишься. Какова ровность. Как, да, ровность. Вот этот. Да, чтобы ты потом увидел. Оно мне тяжело идет, поэтому... Впечатление у тебя то, что ты уходишь. Угу. Чуточек. Чуточек. Не контролирую. Так, сколько? Давай я отдохну. Давай. А ты еще там раза два сделаешь, да? Да и хватит. Давай еще десяточку добавим. Слушайся. Может даже тебе чуть столбы пошире поставить, чтобы как-то ты почувствовал. Знаешь, столб он идет так сюда. Сейчас стало ровненько. Ага. Сейчас я стал ровненько, и когда поднимал руки на позвоночник, не почувствовал. Вот это хорошо. А до этого чувствовал. Это хорошо, хорошо. Сколько или столько? Ну давай еще по одной передать. 140 сделаем. Давай. Все будет. Я чую прибавку, даже 10 килограмм сразу чувствую. Это мне тяжелое упражнение. Видишь, у каждого свое по-своему воспринимается. Но будем работать. У самодома это упражнение сколько тянуло. Да, что-то никто особо не рассказывает. Про тягу рассказали. Остальное там 650, ну, на видео тянуло. Тягу. Сколько со штангом он стоит, он. Ну там до хрена, конечно, навешано. Стоит, улыбается. Ну какой вес? Ну понятно. Никто не говорит. Что это за вес? Сколько килогерц? Ты правильно стал. Видимо, хочешь два. Еще прибавь? Ну давай еще. Или давай этот самый. Сейчас я подойду. Давай. А ты пока отдохнешь. Не-не-не-не-не-не-не, вот так пускай. Ага. 140 туда.
Теперь мы вешаем большие. Так, это 220. Давай еще. Еще большие? Ух ты, не-не-не. Это 260. Уже сейчас 260, да? Вот этот вот 280. Ага, 280. Не будем. Все, это следующее лучше подходит, подойдет. Ну, напряжение на лице я чувствовал сейчас. Угу. Да, я шире ноги поставил, по-другому упражнение стало. Лучше упирайся. Ну да. И как бы сказать, тогда... И нагрузка другая, по-другому как-то пошла нагрузка. Держит по позвоночник тут больно вот так. Как треугольник, знаешь, это жесткая структура получается. Нормально? Ну хорошо, 150 это уже прибавка. Прислушивай, чтобы тут ничего не лезло у меня. И потом добавляй, и получается такая вот. Значит, обязательно посмотри вот эту тренировку, я ее выставлю. Хорошо, да? Вообще хорошо. Вот уже. Ну, сейчас. Все тело проснулось, прям размягчилось. Сейчас пойдет обновление. Так что я сначала прислушиваюсь, как у меня здесь, чтобы нигде ничего не перло. А потом начинаю добавлять нагрузку. Добавляю нагрузку, и вот эта рожа там такая сякая. То есть ложимся и дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. Ну ты понял, да? У меня ощущение просто кайф какое-то. Или хватит, или ты на той. Я на той. Ну давай. Я на той побегаю. Давай, это дело хорошее. Ноги мокрые. Ага, это хорошо. Такое нечасто у меня было. Чтобы они замокали домой. Да не вообще. Это летом там бывает. А так вообще. Так они сухие и холодные все время. Во-во-во. Ноги. Прямо сказочно. Еще просто. Забудили. Это хорошо. После того раза, как я это наделал, но надавил. Больновато. Ну и отлично. Подзарядились на следующие две недели.